Болельщики обратились в официальную группу Алины Закитовой ВКонтакте. Билеты куплены, подарки заготовлены. А поедет ли Алина Загитова на чемпионат России? Но никто пока об этом ничего не знает, потому что из Хрустального, с тренировок, Алина никаких видео не выкладывала и никакой информации об этом нет. Зато точно известно, что 14 декабря будет шоу «Спящая красавица», где Татьяна Навка и Алина Загитова представят фрагменты сказки «Спящая красавица». Ну, конечно же, болельщики хотят видеть Алину не с тетей Таней, не в шоу, а на тренировках. Но, может быть, Алина как-то отвлечется, забудется, стресс снимет и вперед на тренировке. И все-таки на чемпионате России все надеются увидеть великолепную Клеопатру. Тетя Тань, поддержите девочку!